Известный музыкант Гарик Сукачев приедет этим летом на Алтай, но не с концертом. Он будет снимать документальный фильм о нашем регионе. А помогать ему в этом будет команда Первого канала и эксперты Русского географического общества. Пилотное название фильма – «Алтайская песня». Гарик Сукачев отправится в двухнедельный тур по Алтаю, причем не на машине, а на мотоцикле «Харли Дэвидсон». Музыкант проедет через Алтайский край по Чуйскому тракту в Горный Алтай и завершит свой тур на границе с Монголией. Самые интересные съемки этого путешествия и лягут в основу фильма «Алтайская песня». Он выйдет в эфир на Первом канале уже осенью этого года.